В Германии очень много диалектов, и порой южные немцы совсем не понимают северных немцев. Привет, как дела? Какие яблоки? Я не ем яблоки. А ты что, еще не завтракал? Что? Как ты смеешь? Моя бабушка не похожа на тролля. Сам ты тролль. Ой, спасибо, это так мило. Я всегда стараюсь следить за собой. Ты точно немец? Да, там. Ох уж эти иностранцы, все им приходится объяснять.